один из самых небольших киосков Макдональдс здесь, в Вашингтоне. Но я думаю, что это один из самых маленьких в мире. Все очень компактно, цивильно. И даже животные питаются здесь. Да, это такой маленький ресторан Макдональдс. Он стоит как раз стенка к стенке с музеем авиации и космонавтики. Может быть, это специальный проект Макдональдс на Луне. Белки едят картошку из Макдональдса. Это круто.